За два дня к огневому рубежу подойдут все участники чемпионата, а соревнования лично командные. В каждой команде районных отделов по три участника – двое мужчин и одна женщина. Сейчас упражнение «Стрельба по неподвижной мишени с 25 метров» выполняют девушки. Одна из первых участниц – Алина Слезовская. Девушка 12 лет работает в органах, но на соревнования приехала впервые. До этого не было соревнований, а сейчас у меня первый раз приехала на соревнования. И как ощущения, впечатления? Волнительно. Включается вот спортивная жилка, азарт какой-то? Очень, да, конечно, само собой. А отслеживали попадания? Как вообще оцениваете результат? Волнительно, но надеюсь на лучший результат. У участников есть 5 минут, чтобы пристреляться и совершить 5 выстрелов. Следом по сигналу начинаются серии выстрелов, которые пойдут в зачет. 2 серии по 10 выстрелов для женщин и 3 таких серии для участников мужчин. Спортсмены знают эти дисциплины по их официальным названиям – упражнения ПБ-2 и ПБ-3. Также участникам предстоит выполнить еще одно упражнение – стрельба с подбежкой. С 45 метров участники добираются до огневого рубежа и стреляют по нескольким мишеням. Чемпионат областного МВД по стрельбе проходит в рамках спартакиады среди коллективов физической культуры ведомства. На соревновании можно как поставить личный рекорд, так и привести к победе свою команду. Соревнования лично-командные, личный результат подводится в каждом упражнении отдельно. У мужчин по лучшему техническому результату, у женщин по сумме технических результатов, набранных в двух упражнениях. Командные упражнения по сумме, наименьшей сумме мест. Лучшие стрелки чемпионата отправятся на областное первенство «Динамо», чтобы защищать честь МВД. Кроме того, по результатам соревнований будет сформирована команда для участия в чемпионате МВД России. Тамбовские спортсмены регулярно показывают отличные результаты на уровне страны, и не только в стрельбе. В этом году мы заняли 5-е место по самбо, по боевому самбо. Будем выступать и на летнем служебном биатлоне, и на боксе. Минимум 7 видов мы выступаем. Сотрудники МВД России по Тамбовской области входят в 10 лучших спортсменов. Общероссийские соревнования Министерства внутренних дел по стрельбе традиционно пройдут в Суздале. Павел Юрасов, Олег Осипов, Рамазан Урушмагомедов, «Область новостей».